Друзья мои, всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Спасибо, что включили это видео. Я очень рада и приветствую вас здесь. Давно мы с вами уже не встречались. Сейчас я хочу снять небольшое предисловие к моему влогу. Вещаю вам уже из настоящего времени, поскольку мой влог я начинала снимать еще в прошлом году, да, в 2021. Сейчас это звучит немножко смешно, потому что, когда ты говоришь «прошлый год», то это кажется, это было так давно. Но рубеж на 2022 у нас только недавно был. Поэтому мой влог будет из декабря 2021, заболталась совсем. Я буду надеяться, что он вам будет интересен. Я покажу вам, как мы провели предновогодние и новогодние немножечко праздники, покажу немножко подготовки, в общем, всего по чуть-чуть. Да, и желаю вам приятного просмотра, ну а мы увидимся с вами уже очень-очень скоро. И забегая вперед, хочу вас спросить, какие видео вы хотите увидеть на моем канале, какие, может быть, идейки, что вам показать, о чем вы соскучились, о каких темах. Буду очень рада и признательна вашим комментариям, вашим идеям, все пишите под это видео. Ну что ж, а теперь приятного просмотра. Друзья мои, всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули в это видео, поскольку сегодня мы с вами будем вместе проводить время. Сегодня мы отправляемся с друзьями наконец-то на рождественский рынок. Я этого очень ждала, поскольку в прошлом году они все были закрыты, ничего не работало, естественно, из-за локдауна. В этом же году разрешается посещать по определенным правилам. Каждый город решает сам, как лучше, какие правила лучше ему установить, вот поэтому сегодня мы поедем наконец-то и погуляем, и посмотрим, что да как, потому что я уже, если честно, так соскучилась, хочется уже попить глинтвейн, хочется поесть вкусной еды, которая продается в этих будочках, хочется вообще посмотреть на всю эту красоту, огоньки, праздничное предновогоднее настроение, поэтому, да, я решила взять вас вместе с нами, мы сегодня с Сашей поедем и встретимся еще с нашими друзьями, а затем поедем уже, собственно, на сам рождественский базар. Я тут уже собралась, накрасилась, теперь определяю, что мне надеть, потому что на улице вроде бы и не так прохладно, плюс 7, но тем не менее, когда ты стоишь просто на одном месте, сильно не двигаешься, да, тем более достаточно долгий период времени, то все равно начинаешь прозябать немножко, поэтому я тут одеваюсь как капуста, решаю, что мне такое нацепить на себя, чтобы не замерзнуть, пока мы будем гулять. Мой наряд дня еще не закончен, и правда, сверху я надену еще свое шерстяное платье, которое вы у меня видели уже и знаете его, которое я покупала в Манго, но смотрите, сейчас я уже тоже здесь поднарядилась во всем черном. Просто, знаете, хотелось надеть платье, надену еще высокие сапоги, но чтобы не замерзнуть, я под низ надела теплые гольфы, они, знаете, прям с начесом, такие очень мягкие и теплые. Плюс поверх колготок надела велосипедки, чтобы не замерзла пятая точка, и здесь у меня еще такой теплый лонгслив, он, мне кажется, даже с шерстью, потому что, да, потому что я в нем сейчас начинаю уже жариться. Он у меня с сайта Naked, и я заказывала его себе порядком 2 лет уже, как, наверное. Вот, ну а сверху надену просто свое платье из Манго, и оно как раз идет вот до сюда, перекроет мои велосипедки. Ну а там будут у меня сапоги, которые тоже будут выше этих гольфов. Мы сегодня поедем к моему двоюродному брату. Там, кстати, останемся и ночевать. Плюс затем позже к нам присоединятся еще наши общие друзья. И от брата мы поедем на метро до этого рождественского рынка. Вообще, мой двоюродный брат живет в Кёльне. Вот. Я обожаю кёльнские рождественские рынки. Там мы уже тоже были. У них всегда их несколько в разных точках, потому что город, сами понимаете, огромный. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно. Так что отправляемся с вами вместе. Быстрый OOTD. Надев платье, все выглядит уже очень даже неплохо, хотя под низом там велосипедочки, а здесь гольфы. И вот это пальто я вам уже показывала, по-моему. Это Zara, друзья. В общем, так примерно все. Это выглядит. И мы помчались.
Привет, мои дорогие друзья! У нас уже предпраздничная, предрождественская суета. Я ничего не успеваю, как, наверное, и многие другие из вас, кто встречает, справляет завтра католическое Рождество. Сейчас отправляюсь на тренировку, затем у меня еще запись на мои ногти, буду обновлять маникюр, в общем, чистить перышки, подготавливаться, ну и, конечно же, дома тоже нужно еще прибраться, нужно кое-что подготовить из еды, чтобы завтра уже не готовить, в общем, такая вот предрождественская суета. Вообще Рождество в Германии, как и в Европе, в принципе, и на Западе тоже, это один из главных таких праздников, когда всей семьей собираешься за столом. Поэтому завтра также будет вручение подарков, и это происходит все обычно как раз на Рождество, а не в новогоднюю ночь, как это заведено в России, например. Я выросла с одним обычаем, наши дети вырастают совсем другим, но это, да, культура и жизнь другой страны, как говорится. Я уже настолько к этому привыкла, что для меня это тоже уже моя настоящая реальность. То есть ты понимаешь, насколько разный мир, насколько разные менталитеты, насколько вообще разная культура, у кого какие обычаи, какие традиции. И это очень интересно и классно тоже, с одной стороны. И как-то меня совсем в другую философскую сторону занесло. Но вообще хотела сказать, что сейчас я отправляюсь на тренировку, возьму вас, может быть, с собой опять же, немножечко мы потренируемся. Я тренируюсь уже на протяжении 7 недель, друзья, вы можете себе представить. Только недавно я вам рассказывала, что я нашла тренера, у которого я могу тренироваться, и теперь пролетело уже 7 недель. Я тренируюсь один раз в неделю. Я вам как-то заикалась о том, что я хочу еще дома там иногда тренироваться по тем упражнениям, которые мне составляет, опять же, тренер. Но, друзья, без всяких отговорок я этого просто не делаю. Но все равно, даже тренируясь один раз в неделю, я замечаю, что медленно, но верно я иду к своей цели. Я замечаю, что я стала сильнее. Мне даже сам тренер говорит, что я стала сильнее, и я не так быстро, как бы так мягко сказать, сдаюсь. Если начинаю какое-то упражнение, мы потихонечку, помаленечку прибавляем больше веса в каких-то упражнениях, если это какие-то гантельки или что-то еще. И вы не представляете, насколько круто я себя чувствую. Ты видишь, как меняется твое тело, что ты становишься выносливее, что ты становишься подтянутее, и это очень круто, друзья. И мне кажется, если бы я сама решила дома позаниматься, то я бы, может быть, через 2-3 недели это забросила. Но когда ты занимаешься именно с твоим персональным тренером, то это совсем другое, потому что там не можешь сказать: «Ох, я не могу!» или что-то еще. То есть никаких отговорок ты найти не можешь, и ты все равно пытаешься закончить то, что начал, и продолжаешь идти к своей цели. Это очень круто. Вот. Хотела поделиться с вами просто своими мыслями, своими эмоциями и ощущениями. Друзья мои, я опять вас здесь встречаю. Сегодня у нас сочельник, католическое Рождество, 24 декабря, то есть в сегодняшний вечер мы садимся все за стол и встречаем, так сказать, Рождество. Завтра будет первый рождественский день, послезавтра второй, вот, и сегодня мы в кругу семьи собираемся, вот, наряжаемся немножечко и отмечаем это все дело. У нас также в гостях моя мама. Я вам хотела показать еще свой OOTD. Блин, там у меня всякие вещи еще валяются на стуле. Да, когда все делаешь в попыхах, все быстро-быстро, то не успеваю что-то убрать. Но, друзья, эту юбочку вы видели уже, знаете, это H&M, ну а блуза у меня из Misguided, я ее вам, кстати, тоже показывала еще летом. Все эти вещи, кстати, приобрела я летом, да, и сейчас, мне кажется, они как никогда актуальны на данный момент. Да, что мне нравится, что это сатиновая блуза, и она здесь на завязках смотрится тоже очень классно. Ну и самый обыкновенный, можно сказать, классический макияж. Это золотые тени, черная стрелка и красные губы. Вот, ну а на голове я не стала делать ничего такого супер
вычурного или, может быть, бросающегося в глаза, плюс простые вот такие вот сережки с камушками. Да, и мы сейчас будем уже все садиться за стол. Друзья мои, всем большой привет! Я вещаю еще с прошлого года, поскольку на сегодня 31 декабря 2021, и вы, скорее всего, смотрите это видео, логично, уже в новом году, поэтому всем вам из будущего передаю большой привет. Вот, сейчас мы собираемся, я сейчас отправляюсь в душ. К нам сегодня приедут друзья. Вообще Новый год проводится в Германии в основном не в кругу семьи, хотя, безусловно, так тоже, конечно же, многие встречают, в общем, кому как нравится, но, знаете, такая традиция именно собираться в кругу семьи — это на Рождество, которое у нас уже прошло, один из главных семейных именно праздников, а на Новый год встречаешься больше уже с друзьями, у вас такая просто вечеринка, знаете, вы встречаете Новый год, празднуете это как-то. Вот, сейчас вам хочу показать еще кусочек нашего праздничного стола. Я уже накрыла стол, все оформила, и знаете, что меня радует, друзья? Мы в этом году заказали еду в ресторане, так что мне не нужно было готовить. Конечно, мы девчонками, еще там мои подруги также привезут по салатику, чтобы также еще для разнообразия все это поставить. Я тоже вчера сделала два салата, и также я сделала свои острые грибочки, которые я вам тоже уже показывала, рецепт вам рассказывала уже несколько раз, вот, и, конечно же, будет еще так свежий салат, ну, все остальное, знаете, мы закажем, и это прям гора с плеч, мне тоже не нужно наготавливать целую гору, как на Маланину свадьбу, знаете, и это еще одна обязанность, от которой я избавилась. Помимо этого, я сделаю только еще, опять же, разделочную доску. Она очень всем нравится, очень классно заходит именно с сыром, там, с разными колбасой, там, финики, мармелад и все такое. Вот, мне кажется, это тоже очень крутое разнообразие. Что-то под конец года нам прям понравилось мне именно лично составлять такую разделочную доску. Тоже покажу вам чуть позже. Вот, ну что ж, давайте покажу вам быстренько стол, пока еще не пришли гости. И пока еще выглядит красиво все. Вот, а затем я побегу в душ и одеваться, собираться. На заднем плане у меня работает еще сейчас посудомоечная машинка, поэтому может быть, что она тут начнет как-то похрипывать, похрапывать. Вот. И вот таким вот образом я оформила в этот раз наш новогодний стол. Да, покажу вам это все со звучкой. Льняные салфетки я заказывала в H&M Home, так же, как и вот эту льняную скатерть. То есть это хлопок и лен. Бокалы для шампанского у меня из IKEA покупала как раз в этом году. Актуально. Они, мне кажется, они всем так понравились. Вообще весь Инстаграм в этих бокалах, везде они светятся, потому что они действительно очень классно выглядят и стоят бюджетно. Поэтому, я думаю, они захватили сердца многих женщин и девушек. Вот. Ну и да, в принципе, вот таким вот образом выглядит моя сервировка стола в этот раз. Девчонки будут пить вино, парни будут, может быть, виски, скорее всего. Затем горячие блюда у нас будут размещены именно здесь. Да, здесь уже не все так замечательно, красиво, инстаграмно, да, но вот сюда мы обычно составляем горячие блюда, что-то типа шведского стола, да, поскольку сегодня мы привезем заказанные с ресторана, то это тоже очень удобно. Кто захочет, будет подходить и набирать. Кстати, мои замечательные цветочки. Опять же, пришел новый букетик с Freddy's Flowers. Посмотрите, какая вот красота. Вообще здесь даже вербочки еще были.
Ну ладно, хватит на этом, друзья, я побежала. Друзья, ну что ж, я уже готова, нарядилась, накрасилась, сделала локоны по-быстрому. Вообще, по плану была немножко другая прическа, также немножко другой макияж, но мне кажется, это тоже неплохо вышло. Да, и что ж, друзья, я всех поздравляю уже с наступившим Новым годом. Надеюсь, что вы отметили его замечательно, очень классно, что у вас была крутая вечеринка. Если же нет, то тоже в спокойствии со своими близкими и родными, в пижамке, может быть, за кусочком пиццы и просекко тоже, почему бы и нет, с игристым вином. Надеюсь, что в любом случае вы проводите его отлично, так как вам этого хотелось, в прекрасном настроении, в умиротворенном настроении, может быть. И я хотела вас поблагодарить, конечно же, за всю вашу доброту, всю ваше тепло, заботу, которую вы мне показываете в течение всего времени. Я очень рада, что вы и в этом году были вместе со мной. Вы у меня самые крутые, очень классные, невероятно отзывчивые, очень добрые, толерантные, понимающие. И это очень классно. Спасибо вам огромное. Также с очень классным чувством юмора. Мы с вами на одной волне. Я всегда об этом говорю, и меня это очень радует. Что ж, друзья, я теперь буду заканчивать свой влог. У нас уже подтягиваются друзья. Я буду их встречать. И мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моем следующем видео. Оставайтесь такими, какие вы есть, хотя нет, стремитесь к вашим целям и становитесь еще лучше, лучшей версией себя. И мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моих следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Люблю вас!